Валер, тяжелый бой. Соперник сразу ушел вперед на 5 уколов. Ты его почти достал. Что не получилось? Ну, не удалось удержать концентрацию до конца. Ну, в этом, наверное, самая главная причина поражения, я думаю. Ну и чуть-чуть, конечно, физики в конце не хватило. Тоже, я думаю, так вот. Все. По плану в Новосибирске был тренировочный, как бы сказать, процесс. Уроки, ну и спарринг со своими партнерами из Новосибирска, все. Ну, сейчас сезон закончен этот, отдых, наверное, месяц, ну и дальше готовиться к следующему сезону. Я поставил бы оценку неудовлетворительно. Но после того сезона успешного среди молодежи в этот как-то перешел, ну, плохо. Ну, не хватило, может быть, моральных каких-то качеств, может, физики, вот так вот.